Друзья, всем привет! У нас сегодня жара стоит, вот даже не знаю, сколько градусов. Надо, кстати, вот закрыть это. Сейчас я закрою. Кондиционер только сейчас отключила, потому что вообще жара на улице. Градусов 40 точно в тени, может быть 35, не знаю, посмотрим. Мне тут говорит, девушка какая-то написала. Намойте Васе абрикосиков хоть и внуку Андрюшеньки, чтобы они хоть бедненькие наелись, бедолаги. Я сейчас вам покажу, наелись, ничего не едят. Вы не думайте, что вот я снимаю, вам ничего не показываю. Я такая, блин, лентяйка, ничего не делаю. Работы вот так, полно. Вот на данный момент у меня засушились, видите, яблочки. Я вам сейчас покажу. Вот такая, видите, сеточка. Я на нее ложу. На улицу что-то я не стала носить, а там мухи, да что. У меня есть вот такая сушилочка. Яблочки. Я засушила. Тут абрикосы. У меня вот полное ведро уже. Абрикосы здесь и яблоки вместе. Одно ведерко у меня уже готово. Надо туда убрать. Надо его довести до такого состояния, чтобы они прям сухенькие были. Так, вот я сейчас сюда насобираю. Я хочу туда еще, может быть, персиков насушить. Потом все перемешаю вместе. Может быть, и там все бедра возьму, перемешаю. Чтобы получилось у меня там разное. И груши еще посушу. А, тут, кстати, еще груши есть у меня. Я пока посушу. Так что у меня сушилочка уже все пока не нужна. Сейчас я вам еще покажу, чем мы занимаемся. Я же не могу вам показать все, вам не будет интересно. Что вам будет интересно, что я там яблоки чищу, абрикосы, персики. Но сейчас я вам покажу все, что я делаю. Сейчас вот в летней кухне открою вам холодильничек, покажу, чем я занималась. Это перцы. Икру кабачковую делала, вот мы уже начали, попробовали, хорошая она или какая, хорошая. Как в СССР такая, с майонезом. Всем моим очень нравится. Это малиновое варенье, это Алёня сварила. Зять у неё очень любит. Она говорит, я не люблю, но... Это огурцы у меня в горчичной заливке. Их было тут очень много. У меня Лёха уже ополовинил. Видите, пустые тут полки. Лёха набрал себе. Он очень любит вот эти огурцы в горчичной заливке. Мы мало их солим, солим только на рассольник, если солим. Так, это у нас горошек, горошек. Здесь у нас грибы, это у нас шампиньоны. Так, у нас это аджика. Аджика не острая, аджика очень такая хорошенькая. Ну, еще много не делала. Это у меня что? Это у меня абрикосовое варенье. Большую банку Леха забрал. Так, там у меня алыча. Это варенье клубничное. Это я им открывала. Арбуз стоит. Надо, кстати, этому сказать Андрюше. Там я капусту эту засолила. Такую сладкую. Это кушать просто. Это не на зиму, а такая... помидорчики. Вот эти помидоры, это я вот, я показывала, солила вам в собственном соку. Помидорчики и половинки огурчиков. Томатный сок стоит. Это тоже помидорчики, вот огурчики. Видите, вместе в томатном соке. Это тоже помидорчики и огурчики в томатном соке. Такс. Один холодильник. Второй холодильник дома тоже заполненный. Чеснок вот это тоже весь наш. Чесночок. Короче, везде все. Привет! Так, здесь у нас... Так, темно, наверное, вам, да? Темно. Ну, не знаю, не видно. Это варенье у нас. У меня стоит ряды. Это вот такое. Видите, красивенько какое-то. Это абрикосы. Абрикосы. Это тоже абрикосы. Это, видите, такие баночки красивенькие. Я специально купила. Абрикосики. Вот они стоят. Вот этот ряд, весь вот этот абрикос он вдали. Так, вот этот ряд у меня, вот два ряда. Это у меня все малиновое варенье. Ну, камера не передает. Цвет такой вообще очень красивенький прям.
Так, сейчас. Малиновое варенье вот это у меня стоит. Так, затем у меня это варенье с ежевики. Вот оно какое черное. Много не стала делать, его только три баночки, потому что нет. Это у меня клубника. По-моему, все банки клубники. Так, а это мне, наверное, смородина. Да, смородина или вишня. Короче, что такое, я не знаю, надо посмотреть потом. Так, это клубника, это клубника, это клубника. Ой, ну варенье, в принципе, для меня только малина и, может быть, вот это, абрикос. Еще будет нектарин. Ну, люблю виноград без косточки. Могу сделать. Остальное смысла нету варить, потому что мы варенье больше не едим. Если только на гостинцы передаю кому-то. Так, а затем, ну все, и в основном все в заморозку. Сейчас я вам покажу, открою. Ой, ногти не сломать, потому что я одни уже сломала ногти. Вот мне сноха приехала, сделала. Так, здесь у нас, вот смотрите, заморозка идет. Земляника. Земляника. И, по-моему, что там? И малина. Малина там, малина и земляника, это заморожено. Так, здесь у нас... Здесь у меня слива замороженная, вот такими, видите, вот такими. Вот я ее так вот делаю в контейнерочках. Так, вот там малина, видите, в контейнерочках тоже стоит. Так, затем, что у меня там? Так, здесь просто малина свежемороженная. Много пока не стала ее делать, потому что малина пошла второй раз уже. Так, здесь у нас черешня, у меня вот эта черешня. Это у меня вишня. А это у меня лучок. Я делаю, вот видите, вот лучок вот в таких баночках. Просто потом трясешь его, и он высыпается. Ну, здесь у меня все в клубнике, Виктория. И другие как называются, Виктория. Клубника у нас раньше мы называли всегда Виктория. А здесь все называются клубника. Полный шкаф даже. Так, и, по-моему, вот этот у меня... Вот это тоже у меня клубника. Да. Здесь у меня персик. Здесь у меня тоже персик. Не, вру. Абрикос, персика же еще нету. Какой персик? И черешня вот тут, да? А, нет, ежевика. Ежевика там у меня тоже. У меня тут стул стоит, я не могу открыть. Вот видите, там у меня ежевика. Она очень крупная, я тоже заморозила. Посмотрю, как она в заморозке. А там абрикос. Это самый спелый абрикос я сделала. Ой, ну еще нижний шкаф не буду показывать. То же самое, заморозка. Так, а тут хозяйство у нас Васька. Сейчас я вам отодвину стульчик, покажу. Залезем под стол. Видите, у него какие бульбуляторы. Там вот эта штучка буль-буль-булькает. У него там написано. Это у него на чачу стоит. Расписано, что, зачем, почему с абрикоса он вижу там написано. Так. Так что он тоже не бездельничает. Так, и здесь у него что-то стоит такая бочечка. Так. Он тормашкой сейчас прочитает. Так, 20 июля абрикос. На чачу тоже у него. Так что для угощения встречать будет гостей. Так, еще у него есть места. Сейчас пойдем, зайдем домой. Так, сейчас я еще покажу вам, что там Васек еще сделал. Так, вот молочко нам привезла Лариса. Это я тесто поставила с морозилки размораживаться. Наверное, что-нибудь спеку. Или булочки, или пирожки. Не знаю еще пока. Одна баночка молока стоит 200 рублей. Мы берем и творог. Очень вкусный, сметанку. Сейчас я покажу. Так, что там Андрей делает у нас? Мультики должен смотреть. Вот оно. Привет. Что делаешь? Ага. А что за куриные ноги стоят? Это мои Тапки? тапки. Динозавры. А, ну все, давай смотри. На улице жарко пока. Ты купался сегодня? Пока сиди. Кушать хочешь?
Ну все, давай, пока сиди, я пойду сейчас. Посмотрю, сколько на улице температура. Пойдем посмотрим, что. Васек тоже на улице чуть пошел. А вот, смотрите, видите у него? Дын-дын-дын. Тоже все. Буль-буль-булькает. Буль-буль-булькает. Так, у него тут написано что-то. Вино абрикос. Так, вино абрикос. Тут вино вишня у него. Так, это у него тоже вишня. Так, здесь абрикос сок. Ну, тут у него там своя вишня. Еще виноград поспеет. Так что угощение на зиму тут у него есть. Я не знаю, где-то у него тут вино, где-то там. Он, там-то точно я знаю, что у него на чачу стоит. А это, наверное, вино и что-то еще. Ну ладно, пойду сейчас схожу. На улицу выйду. Пойду выйду на улицу. Сейчас. Качелька пустая. Васька нету. Где-то, наверное, может, купается. О, вот он. Васек, привет. Здравствуйте. Что ты делаешь? Сколько вот на, интересно, на этом? А посмотри, сколько в тени. В 35. Я вот чуть... Сейчас посмотри. Сейчас. Что, добавилось, думаешь? Я не знаю. Да, добавилось. Сколько? Сейчас так. 35, 36, 37. Ну, блин, если в тени 37, наверное. А вот посмотрите, я вот я мерю. Сколько нас? А, нифига себе, 44, охренеть. Я не знаю, видно? 44,6. Да. Вот датчик у меня лежит. Вот. Да. Вот такая вот температура. И чувствуем мы себя хорошо. Это не как на Урале при 30 градусах. Там, ой, не можешь из дома выйти. Да, но все равно жарко. И вот что у нас. А, ну кто там тебе Поспела. Говорил? Намойте хоть Ваську абрикосиков, бедолаги. А то я голодую. Голодует, бедный. Соберите абрикосы, намойте, накормите Андрюшку и дедушку. И дедушку. Вот он, дедушка, сам себе. Эти абрикосы, тут столько деревьев, что мы даже соседям пришли, сказали, собирайте, идите, собирайте, то не пропадает. Мы уже и на их на. Я сушили. Уже показала твое еще рукоделие там на абрикосовое. Еще будет вон груша, нектарин, персик еще. Персик еще на нектарин на подходе. Яблоки еще вот Саша нам там дал. Но груш еще нету. И еще вот сейчас я вам покажу, выйду. Вон они падают. Маленькое дерево, но на нем полно. О. По дороге покажу вам, видите, какие у меня розы красивые. А пахнут они обалденно вкусно. Что сегодня КамАЗ разъездит? Вот она. Розовая какая красивая. А красненькие, они прям внутри набитые, набитые, набитые. А на солнце они бледные. Так, кто со мной из девушек там в комментариях спорил, что я тупенькая и не могу различить каллы от кан? Девочки, каллы? Их в теплице выращивают. Да. Каллы. А вот это у нас канны. Посмотрите, они какие. Васек, встань так возле нее. А то не поверят, что, видите? Канны и каллы – это совсем другое, разное. Так что я, знаете, что говорю, я еще пока… Ветер, ветер. Вот видите, вот я стою, это в мой рост. Эти цветочки называются канны, а не каллы. Вот яблоки, видите, у нас еще вот на дереве полно. Вот такие там кучки. Крупненькие. Я вот только что собрала. Вот опять нападали. Вот опять все надо собрать. Да, Васек говорит, ливень передают. Не знаю, будет он, не будет. Так. Одной рукой, конечно, я много не соберу. Ладно, Андрюша, потом приду. Съешь виноградик.
не хочу. Я сейчас ему говорю, будешь, он сказал, ничего не буду. Только подержи-ка, Васек, камеру. Я соберу яблочко. Я вот только сейчас прошла, там полно собрала. Нарежу, пойду. Обещает дождь у нас. Сейчас передавали. Ливень. Будешь? Смотри, какую хорошую тебе веточку даю. Ну, очень вкусный виноград. Пойдем, я тебя нарежу. Да мы сейчас нарежем много. Не, много не будем. Ну, к вечеру. Потому что сливы полно, надо ее что-то сделать. Хотела сегодня виноград отрезать. Андрей сказал, я не хочу виноград. Вот, видите, у нас виноград поспел. Я не знаю, как он у Васька называется. Очень сладкий, очень вкусный. Андрюша уже утром унес Саше, соседу. Галя у него на море отдыхает, наша Галечка, соседка. А Андрюша унес ему покушать. Вот, виноград набирает, видите, уже... окрашивается. Это какой-то другой у него виноград. Я не знаю, как он называется. А вот кишмиш. Кишмиш мы едим уже вовсю. Сын приезжал вчера. Все, короче, наелись. Всего. Только они с собой забыли. Леха забыл с собой взять винограду нарезать. Но они тут, видать, наелись до того. Все поспевает, поспевает помидор. Вон целое ведро опять набрала, стоит. И зеленых, кстати, там насобирала. Вырвала половина всего. Так, ну вот наши нектарины тоже поспевают, видите. А то подписчики пишут, бедолагу Васька не кормлю я, Андрюшу не кормлю. Абрикосики хоть бы намыло бедным им и поставила в чашечки, чтобы они бедные наелись. Скоро вот поспеют уже в очередной раз. Всего наелись они уже. Вон абрикосы, видите, валяются. Уже никто не хочет есть. А вот шарафуга поспевает, видите? Вот видите, какая она шарафуга, очень крупная. Я такую, кстати, еще ни разу не ела. Она, видите, такая длинненькая. Но уже желтеет, уже, наверное, будет это. Скоро поспеет. Так что не переживайте за Васька и за Андрюшу. Они накормлены, напоены. Все у них есть. Вот арбузы наши, видите? Вот. Стоят арбузики вон там еще вдалеке. Да, при такой жаре на улице находиться невозможно. Вот так что я не бездельничаю. Вот яблок сколько еще нарежу, насушу. Вот сливы, посмотрите, хорошие какие сливы. Вот, пожалуйста, Андрюша есть не хочу. Бананы вот не ест. Все уже, бедные, переспели. Помидор целый ящик. Все надо делать. Никто за меня это не сделает. Только делаю все я. Лучок это наш. Очень крупный, хороший. Говорим, Андрюша, будешь банан? Не хочу. Ну вот, наконец-то мы его заставили. Я тоже себе. Вон, видишь, они там внутри хорошие. Да? Да. Они просто высохли. Переспелые. Угу. Ой, а еще вот помидор сколько делать. Лук надо, лук надо в мешках в сарае подвесить на крючочке. Там у нас сухо. Да. Андрюш, иди в мешок, отнеси в сарай. Оля, накормила бы дедушку, хоть намыла сливочек, а? А? Ой, дедушка хоть накормила. Вот, блин, дедушка бы сел бы, помог мне резать.
Оль, здесь жарко. Что будешь делать сейчас? Блин, на все солнце вылазит. Не, сейчас здесь солнце будет. Вот мы хотим здесь затеняющую повесить вот здесь между вот этими. Что буду делать? Я вот намыл. Затеняющая, чтобы такая была сетка, продается темная. Друзья, у меня все вот это намытое. А то начнете сейчас мне писать. Ничего не помыла, уже режешь. Не, а на сливах видно. Нет, сливы это еще. Там дрожжи. Сливы это еще. Это еще это, не мыли. Это дрожжи на них. Ох, да. С ним венцо бы поставить, да? Сливовое. Алычи, кстати, говорят, очень хорошее венцо. Сейчас не знаю, Лариса не пробовали. Не-не, Лариса сказала. Ну, алычи здесь мы можем 15 ведер за один раз набрать. И желтый, и красный. Просто в лесопосадках. Так, сейчас. Это что ты сейчас будешь делать? Алена сказала, в алюминиевых вообще ничего нельзя делать. Ядовитые. Ну-ка, напишите комментарий. Да. Кто за варенье варить в алюминиевых? Не знаю, мы всю жизнь варим в алюминиевых. Сказала, очень вредно. Так что будем во вредных. Что, варенье с яблок? Нет, это на сушку. Я думал, опять варенье с яблок. Нет, это уже сколько их можно уже. Яблок мы не едим. Сын был, мы ему целую сумку большую отправили всяких деликатесов. Сами приготовили, да, Оль? Да. Он довольный поехал. Была бы больше еще сумка, он бы еще больше увез. Еще бы больше увез. Он уже, так, это возьму. Так, я тебе говорю, потом привезу, ничего не бери, хватит. Ну, он, наверное, с собой туда, на этот поедет. Ну, все. Куда он поедет сейчас? Продолжение следует. С окошечка вам сейчас покажу. Зашла маленько охладиться. Здесь у меня уже кондиционер, он включен. Здесь вообще прелесть. На улице пекло. Яблочки вот остались у меня тут чуть-чуть. Я их туда занесла. Там, по-моему, еще чуть-чуть осталось надо занести. Сливы занесла, потому что они вон бедные, аж горячие. Я же изначально начала это яблочки резать в алюминиевый тазик. А потом вспомнила, думаю, что я буду двойную работу делать? Мне же надо в сетки положить. И вот я положила, в сетки нарезала, видите. Вот. Сейчас вот эти, вот у меня 5 ярусов. Сейчас я положу ее в сушилку, пусть сушится. И тесто вытащила сейчас, чтобы оно мне поднялось. Сейчас сделаю колбаску в тесте. Так, беру сушилочку. И пойдемте. Сейчас поставим. Раз. Так, двери закроем. Ой, чтобы было попрохладней. И вот сейчас эти сеточки сюда я установлю. Вот так я их раз. Вот так ставлю. А, подожди, я вот это уже поставлю. Я ее полную сделала. Ой, полную сделала. Еще друг на дружке. А вот эти... Яблочко упало. Кстати, быстренько сушится. Я сначала хотела, ой, такое солнце, думаю, посушу я. А, сейчас комментарии напишут у меня еще, 100% уверена. Что ты тут сушишь? На улице 44 градуса. Нет, на улице 44 градуса, но зато там мухи. Сейчас налетят всякие там мошки-блошки, не надо. Здесь все яблочки у меня чистенькие, идеальненькие. Она электроэнергии много не берет. Она вот сейчас я закрою ее, включу. Зато потом сюда заходишь, такой запах яблочек, прелесть. Вкусняшка. Сейчас вот еще один яблочко. Вкусняшка, прям очень вкусно. Так. Беру, сейчас это включу. Все. Электроэнергия она нифига не мотает. Мы засекали. Так, включен у нас все, включено. Включили. А этот цветочек у меня сегодня
гладиолус оторвался, отломался. Я его подрезала, да поставила сюда. Маленький. Пусть тут стоит. Надо, кстати, фикус вот этот подрезать. Мне сказали, что его подрежешь, он быстрее начнет расти и будет попушистей. У меня, кстати, был в Агаповке такой фикус. Кошка нам его уделала. Кстати, он листочки-то начал давать, он свеженький. Но все равно, мне кажется, надо его маленько покромсать, чтобы он был пушистенький. Фух. Так что у Васька там булькает, вот слышу под столом. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Начачу его штучки-дрючки. Так, ну что, сейчас у меня тесто подойдет. Сесть отдохнуть, что ли? Вон она уже у меня поднимается, поднимается. Ой, отсюда как хорошо глядит, там же жарище, жарище. Поднимается. Сейчас пойду колбаску пережарю, сделаю колбаску в тесте. На улицу пока выходить не буду, вон там ножику надо убрать, яблоки эти убрать. А то сейчас мухи атакуют. Так, Андрюша у меня читает там. Пошел читать, ему Лена дала книжки интересные, энциклопедии про животных. Эльзу читал, читал, сказал, тоже интересно. Сейчас пойду посмотрю, что он делает. Что ты читаешь? Ну покажи, что ты за книжку читала. Теплена тебе дала. Так, а что ты, зачем ты у Насти вот этот взял? Космический песок. Угу. Таня ты ей дарила, дала. Это настоящий космический песок. Зачем берешь? Не бери. Большое. Большое. Нету большое. Неправильно написано. Неправильно читаешь, то есть. А большая? Большая. Вслух. Энциклопедия. Ну-ка, еще раз. Энциклопедия там. Кто? Энциклопедия. Да, я уже прочитала. Нет, ты не прочитала неправильно. Читай. Громко, вслух. Я тебе... Энциклопедия. Энциклопедия. Дальше. Эрудита. Эрудита, молодец. Что такое? Ну все, ну что, интересная книжка? Угу. Ну все, давай читай. Нравится? Про что хоть прочитал? Про что там хоть? Про моллюски, еще про динозавры. Еще про что? Про моллюски, динозавры. Ты что, уже столько страниц прочитал, что ли? Или ты картинки смотришь? Нет, читаю по-настоящему. По-настоящему? Вот спать не хочешь? Не. А что у тебя шкаф открытый? Это... Что шкаф открытый? Ничего. Что? Я ничего, ничего. Я тут еще... Что-то медведей наставил. Медузы. Целую эту свою. Это что, твоя бригада тут веселила тебя, что ли, она? Угу. Да? Моя армия, короче. Армия, короче. Ну что, почитаешь и все? Давай, читай, иди искупайся, пойдешь искупаться. Еще две строчки? Еще. В смысле, ну, строчки? Нет, четыре осталось. Чего четыре? Четыре, листа. Страницы. Ну, листа. Страницы. Ты хоть читай, запоминай, что ты читаешь. Запомнил. А русский язык у него вот такой, смотрите. Да, вот такой. Баба красивый. Галя ему тоже тут дала. Тоже очень русский интересный. Язык с 1 по 4 класс в схемах и таблицах. Вот у него тут всякие правила. Сейчас как раз они переходят. Юля звонила, сказала, правила переноса слов. Вот мы читаем, учим правила. Это он сам тут пишет, перенос, как переносит слова. Потом он что-то учил эти дни, недели тут у него было. Вот он учил тематические группы, словарных слов, месяцы заучивал. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Ой, как там он написал? Какой-то август или какой-то там месяц написал. Ужас. Неправильно. Дни, недели учит, месяцы, числа. Тут как раз вот для повторения с 1 по 4 класс все, чтобы они знали. 10-18 ударение ставить, да, Андрей? Это, и все это учу, чтобы тупеньким не быть. Чтобы тупеньким не быть. Что-то вроде там у тебя вроде так светло, а ты темненький. Ой, не надо так делать, сломаешь.
Ну все, давай дочитывай, если и это, и выходи купаться. Кушать хочешь? Сейчас пирожки будем делать. Сейчас нырну. Будешь? Так. Сейчас будешь помогать мне. Будешь помогать? Ага. Пирожки стряпать. Пирожки. Колбасу в тесте. Или сосиски. Сейчас, короче, придумаем что-нибудь. Я умею пельмени делать. Пельмени. Пельмени вот утром ты ел. Это умеет кто? Каждый умеет. Ты пельмени утром ел? Угу. Ну все, давай, занимайся. Баба Оля напекла нам пирожков. Пекет. Колбаска в тесте. Вот такая она колбаска. А целую гору она не показывает нам, да? Вот она. Скрыла. Так а, мы вот. Еще гору целую съели уже. Да, я уже поел. Я Андрюшка поел, да? Поел, ты да? Наелся? Конечно. А тут бабуля нам напишу, бардак. Что я не кормлю вас. Бардак на столе нам там сделан, но мы все равно поели, да? Оля, ты будешь сейчас садиться кушать? Ну, конечно, сейчас я вас накормлю. Еще. Андрей, ты наелся? Я сейчас уберу все со стола. У нас там один остался, да? Вот там. Оп. Да. Плюшечки. Что, сейчас я вот это все убираю, помою. Ты накушался? Молочко будешь? Нет, да? Он как теленок, мы ему молочка по банке. А это уже вторую кружку будешь пить? Я молочко хотела. Коровье, кубанское молоко. Домашнее. От Ларисы. Вкусное. Лариса, тетя Лариса привезла нам. Она нам молоком нас снабжает. Тетю Ларису с праздником. Лариса, поздравляем. Может быть, видео выйдет не сегодня, но все равно тебя сегодня день моряка. Мы поздравляем всех моряков с праздником. Угу. Ты кого хочешь поздравить? Папу. Ну, поздравляй. Поздравляю тебя, папа. День моряка. С днем моряка. С днем военно-морского флота России. Что пожелаешь ему? Удачи. Удачи. Здоровья, не болеть, не стареть. А попала рюмочка, пей до дна. Богатым был, да? Ага. Ага. А что, бедный, что ли? Богатый, нормальный. Богатый, да, нормально. Хороший у него домик. Конечно, отлично. Красивый. Жизнь удалась, называется. Ага. Ну все, Лариса, поздравляем, Саша. Ага. Так, а у нас моряки же. Лена с Юрой все равно, какие моряки, не моряки, но врачи, но морские врачи. Мы вас тоже поздравляем с праздником. Приезжайте побыстрее. Леночка уже пишет, что домой хочу. У нас красота, Лен, воля, пота. На улице 44 на солнце, на улице в тени 37. Андрюшенька у нас купается, да? Спасает его. О, это да. Так, тихонечко. Ну все, друзья, всем пока. Уже пойду сейчас купаться, уже не будем мы снимать. Уже. Вы наш бассейн уже видели. Яблочки у меня все стоят. Сохнут, да, сушатся. Все. Ну слива, вот я еще не придумала, то ли компот с нее сделать. Там чуть-чуть яблоко стояло, наверное, еще с яблок сделаю компот. А, я же вам не показала, не все свои заготовки. Вы говорите, что я еще не все сделаю, сейчас я вам покажу. Так, минуточку, я тут выключу. Так, за мной, я же вам не показала. Скажи, вот это мой погребок, летняя кухня. Запах такой вообще обалденный. Посмотрите. А, как пахнет яблочками, вообще красота. Первые яблочки всегда сохнут побыстрее, я потом переставляю их вот нижний наверх. И вот таким образом. Вот такие вот. Кто говорит, что я ничем не занимаюсь? Да а, не занимаешься. А все говорят, что абрикосы возле дома просто валяются. И ничего и я не моете, не кушаете. Да. Все вот эти ящики у меня все, ну там стол стоит. Это много еще на поллета еще. Но мы уже тоже пьем. Да. Вот здесь сын приезжал, мы пили. Все. Компоты разные. Это все только с начало. Клубники. Не все с клубники. Вот там стоит, вот в этом одном ящике. Зачем? Нет. Там дальше, еще есть. Там вишни еще стоит. Там еще стоит черешни. Там стоит еще мохито. Дальше что? Вот здесь банан уже почернел, лежит. Никто его не хочет. Да. Будешь вот. Есть, что ли? После молока ничего? Да ты сейчас после молока. Ты вот не хочешь. Давай зачем? Лучше попозже, давай. Ты вот зачем его взял? Ну, я знаю, что глаза заведущие. Давай хорошие. Попозже, ладно? А то после молока, не знаю, реакция какая будет. Он там внутри хороший. А то молоко же коровье было. Открою, и все.
Ну, ой, еще что? Ну все, морозилочку я вам показала. Да, мы купили новую морозилку, старенькая у нас там стоит. Вот. Очень удобная, не да? Не входит ничего. Да. Ну все, сейчас компот, наверное, сделаю я вот со слив. Вот здесь есть хорошие сливы. Но с целиком я не буду. Я буду их с половинок делать. Вдруг там какой-нибудь червячок попадется. И я с яблок. А может быть, сделаю с яблок и со слив. Проэкспериментирую. Чтобы шарлотку бы сделать пирог, да? Сладкий. Ну шарлотка. Вы еще только пару пирожков поели еще. Ну ладно. Бедные огурцы. Надо занести в холодильник огурчик. Ну все, друзья. Ну все, друзья. Всем пока. Руки у меня в муке. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, пишите в комментариях. Всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч.